Сложно поверить, что в таком маленьком возрасте можно задуматься о такой серьезной проблеме. Карине Кармановой недавно исполнилось 6 лет. В этом конкурсе она одна из самых юных участниц. И очень хочется верить, что ее мечта обязательно сбудется. Я участвовала в конкурсе и нарисовала, чтобы не было нигде детских домов и родителей ребят. Только в семье держали. В семье были. Вот мне жалко их, и я так и нарисовала. Кстати, загадать это желание Карина сможет на специальном колесе, которое уже подумывает установить в поселке Искатели. Архитектором проекта стала Маша Гаврилова, ученица 2 класса 1 школы. Чтобы можно посмотреть было на весь город и загадать желание. А какое бы ты желание загадала? Стать мушкетером. Ты хочешь стать мушкетером? Ты встала на прием мушкетером. Что бы ты сделала? Не знаю. Уехала в Париж. Ну, а кто тебе сказал, что именно на колесе обозрения нужно загадывать желание? Волшебно ведь. Здесь все проекты на первый взгляд кажутся волшебными и фантастическими. Но, как уверили нас представители городской администрации Заполярного района, некоторые проекты, возможно, уже скоро будут украшать местные улицы и парковые зоны. Некоторые из этих работ уже нашли поддержку со стороны руководства администрации Заполярного района в части проведения торжественных мероприятий по случаю десятилетия района. Оно будет отмечаться в 2016 году, то есть в следующем году. В частности, вот отметили проект «Аллея выпускников», «Олени все-все-все», пешеходные и велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки в поселке Искатели установят благодаря проекту Ярослава Чалова. Вот тут вот я представляю идею о велосипедных дорожках, потому что у нас в городе, ну, как бы, нету, ну, по тротуару даже кататься вот опасно, велосипеды мешают пешеходам. Творческий проект Ярослава занял 3-е место. Он содержит не только идеи с велосипедными дорожками, здесь есть и скейт-парк, а еще большой парк развлечений для детей с несколькими детскими площадками. И, конечно, много лавочек для мам. Дарина Малафейская, еще одна участница конкурса, уже пообещала Ярославу, что обязательно посетит будущий городской парк. А пока у девочки все мысли заняты благоустройством своего микрорайона. Сделать мини-зоопарк, парк для выгула собак и стадион, детскую площадку. Проект Дарины Малафеевской занял 2-е место, уступив Наталье Безумовой с проектом «Фонтан Арктика». Наталья получила зеркальный фотоаппарат от главного спонсора конкурса «Такси Тройка». Это чтобы люди помнили, то, что если добывают нефть, они загрязняют воду, в которой живут ценные породы рыб и разные животные севера. Ты ожидала, что победишь? Ну, не ожидала, конечно, но верила. Сейчас все маленькие авторы идей верят в то, что их проекты когда-нибудь станут частью большого округа. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».